Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 55 тысяч человек, которые являются донорами крови. Их число постоянно растет. И донором может стать далеко не каждый. Есть необходимые требования и ограничения для тех, кто собирается сдавать кровь для других. Доноры – это не только физически здоровые, но и просто неравнодушные к чужим проблемам люди. Есть такие и в Славянском районе. Именно они пришли в этот день к передвижному пункту краевой станции переливания крови, который находился около первой поликлиники, для того, чтобы принять участие в акции «Оставайся донором». Валентина Нечаева сдает кровь уже много лет, помогая совсем незнакомым ей людям. Она испытывает большое моральное удовлетворение от того, что делает добро. Да и после сдачи крови чувствует себя намного бодрее. Я знаю, что сдают многие, знаю многих доноров. Люди идут сюда не потому, что их зовут, призывают, заставляют. Этого нет. Мы идем сюда по своему желанию, потому что считаю, что это очень нужная акция. Когда много лет назад еще работала на заводе, я знаю, что я спасла одну роженицу с Анастасиевской. У нее была большая потеря крови. Потом они ко мне приезжали домой, они меня нашли, очень благодарили, говорили спасибо. Врач-трансфузиолог выездной бригады краевой станции переливания крови Олег Альянов уверен, что в современном мобильном комплексе доноры сдают кровь очень комфортабельно. И, конечно, здесь строго соблюдаются санитарные нормы. Вся кровь, которая собирается, идет нам именно на помощь пациентам, тяжелым и маленьким детям, в первую очередь. Учитывая, что сложившаяся в последнее время ситуация, доноров, конечно, маловато становится, но тем не менее мы по всем районам пытаемся находить время. Тем не менее люди понимают, что это очень важная, добровольная, именно, я подчеркиваю, добровольная сдача, безвозмездная крови, которая помогает в первую очередь и дарит жизнь людям. Процедура сдачи крови абсолютно безопасна и не занимает много времени. На входе перед сдачей крови каждому донору славянские волонтеры вручали ленточку «Триколор» в знак благодарности за помощь другим и в честь Дня флага России. Я очень рад принять участие в акции «Оставайся донором». И в преддверии праздника «День государственного флага» мы вручаем ленточки «Триколор». Около 60 славянцев приняли участие в этой благородной акции. Важно было не просто призвать к участию в ней, но и подчеркнуть нужность донорства крови. Сколько пострадавших в авариях и нуждающихся в помощи людей сохранят жизнь и здоровье благодаря донорам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».